Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Мега-тест, мега-нимбы. Думаю, вы удивитесь от того, что вы увидите от этого героя. Увидите... Ну, я не буду вам спойлерить, короче, поехали. Бабулька, мохнатка. Нереальная бабулька. Вот такая вот сборка. Можно панчбокса, конечно, поменять, поставить ангела. Ну, давайте посмотрим на то, что она может в такой сборке. Сразу говорю, смотритель будет шатать, но отражалки будут убивать. Но то, что вы увидите сейчас, вот смотрите, опа, плюс 340к, ребят, отхил 340 с одной тычки. Фрея просто не пробивает больше. У героя там больше миллиона жизней, 3 секунды, то есть она отхиливает за этих 3 секунды больше, чем Фрея наносит урона. Вот так вот. Миллион, по сути. Раз, два, три, и уже миллион отхила. Это просто нереальный отхил. Даже ворожай столько не хилит. Это еще не максимальный, ребят, отхил. Поехали еще посмотрим. Вот, отлично, герои. Вот единственное, что, конечно, это то, что смотритель. Вот видите, смотритель, это ее могут убить. Ну-ну-ну-ну, давай, тащи! Посмотрите на это. Что вы на это скажете? Просто жесть, ребят. Ну все, тут Фрея, мы так вот зависнем. Можно патчбоксы убрать, поставить сюда цепа, и мы просто здание вынесем за 3 минуты. Не знаю. Просто нереальнейший герой. Понятно, что дальше мы уже не забежим. Сейчас мы стрелка ушатаем смотрителем. Ну, в общем, вот как-то так. Жалко, к Фрейе мы не подберемся сейчас. 21-я Фрейя, и она просто тупо не пробивает. Бьет там, как видите, и стрелок, и некрос бьет. Ей просто пофиг. Это просто неубиваемый герой. То есть у нас деф есть. А можно, конечно, еще больше сделать от хила, поставить исцеление. Ну, то есть вы можете умножить, по сути, там в 2 раза. Будет она хилить больше полумиллиона. То есть 600, 700... 700 тысяч будет хилить. Так, тут с воодушевлением. Ну, давайте сейчас попробуем. Ну, конечно, тут вряд ли мы сейчас что-то сделаем. Но все-таки попытку можно сделать. Но тут вот, вот, кстати, такая вот связка, видите, и Фрэнки, и этот. Ну, сложновато, сложновато будет убить. Но вы видели, в принципе, я вам показал, что герой может. Нереальный просто герой. Так, нам бы как-то Фрейю зацепить с огником. Давайте попробуем с этой стороны. Вот это единственное, что смотрите. Все, дальше, дальше она включается. Отхил 340. Ну, 130 там пробивают. 3000, посмотрите. Да, свидос. И опять то же самое. Там огник просто, ну, ни о чем. Сколько героев бьют одного? Да, ее там можно... Это жесть. Блин, нам бы как-то добраться до Фрейи. Вот это было бы интересно. Но один на один Фрейя не вынесет ее. Просто тупо не вынесет. Нереально. Так, тут Космо у нас с чем? С воодушевлением? Нет. Опять смотритель ударил. Ну-ну-ну-ну-ну, давай разгоняйся. Посмотрите, что делает. Просто дикая. Да огник там по 5000 бьет. Это жесть, ребят. Посмотрите, тут смотритель. Единственное, смотритель, все, что может ее убить. Остальное все пофиг. Огник, до свидания. Мы сказали огнику просто до свидания. Вот это жесть, ребят. Посмотрите, как они ее там дамажат. Ну-ну-ну-ну, давай. Ай, ну тут не успеем. Просто тупо не успеем. Вот это единственное, что кучность героев там заблочили. Один на один. Просто нереально. Вот, может, тут вытащим Фрейю. То есть вот так вот она будет у вас просто жить очень долго и счастливо. Отхил 340.
Ее бьют там по 30, по 100. То есть, по сути, единственное это молчание, недомогание, блокировка арой. Стрелок даже тот же, ну, он не котируется просто. Там немножко снимает энергию, но это все фигня, посмотрите. Она себя отхиливает обратно и просто пофиг. То есть это вам показатель того, что этот герой просто нереальный на сегодняшнее время. Поехали дальше, поехали на арену. Подземки я вам отдельно засниму, покажу. Поехали на арену. На арене я немножко бегал, смотрел. Тоже нереально, очень круто. Так, это у меня Бугимен, надо немножко других героев сейчас. Не поставил я. В общем, 30-й прорыв, ребята, это просто нереально. Так, арена. Блин, где бы нам найти какого-то топа? У нас немножко не тот топ. Смотрите, что сейчас будет, только фух, и все. Она достает отсюда, посмотрите на урон. Полмиллиона, полмиллиона. Нереально просто. Накранители зависли на центре. О, может тут... Самое интересное, чтобы... Вот, отлично, по центру все бегут. Как только вы ее задеваете, все. Ну, Фрейя тут не прокачанная, к сожалению. Тут нереально что-то сделать. Короче, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого героя. Ой, отлично, они все вместе бегут. Идем на верхнюю. Так, съесть. Let's go, смотрим. Тан-та-дан-та-дан-тан-та-дан-тан-та-дан. Ну, как вам? Круто, да? Это жесть. Атака, тут атака, деф, отхил, антистан, забор энергии. Ну, просто нереально. Понижение мега крутое. Давайте еще против Фрейя. Тоже интересно против Фрейя забежать. А, и опять по верху. Они тут слабенькие какие-то. Ну, интересно, кто кого. Ну, они, понятно, успеют быстрее, там побашка. Ну, поехали. Она их ушатает. Тут без вариантов просто. Опять осталась Фрейя. Ну, урон Фрейи 20-30 тысяч. Ну, это фигня вообще. Ну, когда сейчас, а вот сейчас герои рознь бегают. Тут просто оббегут. Ну. Он не видно отхил. Он тут отхил очень, очень большой. То есть, ну, нереально. Поехали дальше. Давайте на экспедиции глянем. Сколько? 700? 783 тысячи отхил. А с исцелением будет сколько? 1,5 миллиона? Это нереально, ребят. Это просто нереально. Сейчас я просто хочу посмотреть исцеление. Восьмое, да, 100%. 1,5 миллиона отхила. 1,5 миллиона, ребят. Можно сделать.
1,5 миллиона отхила. Я просто, честно говоря, в шоке. Как это так? Жесть. Так, до забытой мы сейчас дойдем. Поехали экспедицию. Короче, вот такая вот, ребятушки, у нас имбушка. Нереально, нереально крутая. Зона атаки большая. Атака, деф. Просто круто. Ну, конечно, у нас деф понерфится, если мы берем. Ну, 1,5 миллиона отхила. Что вы противопоставите этому? Да ничего. Это нереально. Посмотрите, там стрелок что-то бьет. 15к ударил. Вторая эволюция стрелка 15к. Да, это смешно просто. Просто смешно. Джун, джун, джун. Я офигею. Черепом заелась. Да что там череп? 30, 28, 40 тысяч. Это под скиллом череп бьет. У героя 1,5 миллиона жизни. Смотрите, что там. Герои в инвиз уходят. О, Фрея осталась. Ай, жалко, мы Фрею не заденем. Там Фрея не прокачанная. Да, ребят, исцеление, утекание и 1,5 миллиона. 1,5 миллиона отхила. Ну, это просто какой-то бред, как по мне. Но это реальная цифра. О, интересно, тут в лоб сразу выкинем. Заблочили, отлично, красавчики, убьют. Да нифига они не убьют, посмотрите, что... Они убили все-таки. А, не набрали? Ай, блин, мы не сможем уже зайти. Ладно, пофиг. Нереально просто. Просто нереально. Так, let's go. Я, как обычно, пропустил. Поехали. Что там, вторые эволюции? До свидания, ребята. До свидания. Да, все-таки 30-й прорыв, это 30-й прорыв. Тут ты ничего уже не сделаешь. Надеюсь, встретим какого-то огника. Интересно посмотреть. Лазуля. Кстати, на хроне может слиться. Но опять же. Отхил, отхил. Вот, отлично. Посмотрите, на хроне сейчас сольется. Не. 340к. Здесь 340. Исцеление будет 700. Почти. На этом 1,5 миллиона на экспедиции, там увеличенные параметры. Да даже 700к взять. 700к, это просто нереально. Герой, о, отлично. Интересно, сейчас заблочат, нет? Отлично, отлично. И Фрейка есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Заблочили все-таки. Плюс это. А ну я сейчас выйду специально, давайте немножко сборочку поменяем. Давайте вот так вот попробуем. Ставим ангела и утекание. Вот такую сборку хочу попробовать еще. Ну, конечно, против такой команды, как там, это нереально, но все же попытка должна быть у нас. Атом и Роза. И все равно блочит. Ну, давайте еще разок. Ну, я ничего не могу сделать с... У нас урона много и получается, мы убиваемся об хранителя. Все-таки отражалка есть отражалка, но это все фигня. Вы представьте этого героя в пачке. Видите, тут у нас блокируют. И мы убиваемся об хранителя. То есть тут просто паралич, урон, стан, все что хочешь. И герои просто
прокачаны. То есть тут мы, к сожалению, ничего не сделаем. Но это все равно не меняет моего мнения о герое. Это просто нереальнейший герой на сегодня в такой прокачке. Просто нереально. Тан-тан-тан-тан. Так, ну давайте еще в рейд попробуем с оживой. Вот так вот, ребята. Все, просрали. Ну, это смотритель. То есть то, о чем я и говорил, что против смотрителя нереально. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете. Но я думаю, вам будет интересно посмотреть на подземке, а там будет на что посмотреть. Пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока.